Доброе утро, мои дорогие телезрители. С вами я, Юлия Высоцкая. И это мое кулинарное шоу Юлии Высоцкой «Едим в доме». Здесь мы готовим самую что ни на есть простую еду. И сегодня мы сделаем ежедневный завтрак из того, что есть у каждой хозяйки в холодильнике. Для этого нам понадобится страусиное яйцо, легкая выжимка из кунжутного масла, аргентинские три речные креветки, тосканские маскарпоны, норвежская форель, масличная соль, конечно же, фенхель. Естественно, нам понадобится копченая вода и, конечно, авокадовая бумага.